Парк Малевича. Метлы, лопаты и даже бензопилы ждут рабочих рук. Одевшись, как требует техника безопасности, глава округа выбрал инструмент посерьезнее и взялся за работу. Команда администрации собирала в парке валежник, очищала дорожки от листвы. Мужчины опиливали сухостой. Правильный плащ, правильная кепка и правильные действия. Некоторые сотрудники привели своих детей с измальства приобщать к общественно полезной работе. Давай, складывайся. Давай. Завершающий субботник месяца стал частью более масштабного регионального проекта «Доброе дело». Всего в этот день массовые работы проходили по 28 адресам Одинцовского округа. Сегодня у нас день добрых дел идет. Очень замечательное мероприятие. Много народу, много делаем дел, очень полезных. Думаю, что людям, которые будут здесь посещать данный парк, будет очень уютно и комфортно. Сладкий чай и разваристая гречневая каша заслуженно ждали героев субботника. За прошедший месяц в Одинцовском округе было убрано 130 общественных пространств и территорий. Вывезено более 900 кубометров мусора. Здравствуйте. Опять вкусную кашу приготовили. Массовых субботников этой весной больше проводиться не будет. Но муниципальные власти готовы помочь местным жителям с организацией уборки, если те сами выступят с инициативой. Тимур Гайсин, телекомпания «Одинцово».